Начинаем сегодня нашу программу с хоккея. Казанский федеральный университет продолжает выступать в студенческой хоккейной лиге. Команда Алексея Ливанова в этом году провела уже два матча. Сначала обыграв 21-2 медицинский университет, а после проиграв по буллитам авиационному институту. Следующие соперники – Казанский государственный энергетический университет. О том, как прошел матч, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. К предпоследнему туру регулярного чемпионата студенческой хоккейной лиги сборная Казанского федерального университета подошла с уверенностью взять максимальное количество очков в матче против энергетического университета. С самого начала первого периода КФУ прижимали к ГЭУ, не давая им перейти в атаку. И уже на 20-й секунде счет открывает Роман Телевгулов, забросив шайбу в ворота с левого фланга. Спустя минуту счет на табло становится 2-0 в пользу федерального университета. Максим Хафизов получает передачу от Сулейманова и уверенно отправляет шайбу в ворота. Четвертая минута, и Максим Хафизов оформляет дубль мощным броском со средней дистанции. Энергоинститут явно начал рассыпаться в игре и не смог противопоставить ничего серьезного своему сопернику. На 11-й минуте спортсмены «Энерго» вырвались к воротам соперника, но неудачный пас Булата Гарафутдинова на Руслана Шарафутдинова испортил голевой момент. До сирены на перерыв федеральный университет контролировал шайбу у себя и не давал раскатываться своему сопернику. Во втором периоде КФУ продолжает отрываться от соперника. Всего 40 секунд потребовалось Денису Золотареву, чтобы сделать счет 5-0. Сначала Денис завершил момент с передачами Аманова 4-0, а затем прицельным броском отправил шайбу в дальнюю девятку. Хоккеисты Энергоуниверситета как могли играли от обороны, однако высокий прессинг КФУ им пресечь не удалось. До второго перерыва два раза шайбу в ворота ГЭУ отправил Сулейманов и один раз Леонид Горкин. 8-0. Тотальный разгром. Казалось, что сборная КФУ сбавит обороты, но федералы, наоборот, продолжали давить соперника, доминируя на всей территории площадки. Девятый гол на 7-й минуте забил Равиль Гениатуллин, а спустя минуту Эдуард Мусин устанавливает окончательный счет в матче. 10-0. Казанский федеральный университет набирает необходимые очки перед плей-офф. Глеб Нигматий, Яна Гарипова, Екатерина Лазарева. Неделя спорта.